Я хотела умереть сегодня. Внезапно? Все прошло по плану? Вчера мы расстались с Колей. Его родителей перебили на Сахалин. Настоящее, не то, что здесь на выставке. И он с ними. Сказал, что вместе мы не будем. И я хотела умереть. Ну да. Когда летишь с моста, кажется, исправить можно что угодно. Кроме того, что летишь с моста. Пока я тут лежала, до меня вдруг дошло. Нет мысли глупее, чем уходить из жизни из-за мальчика. Это даже звучит глупо. Соболезную. Я передам экскурсоводу, что нашел тебя. Она волновалась.
Покажи, чему обучен. Модуль «Конечность. Нога левая». Не обнаружен. Просто отлично. И где теперь искать? Ох, клянусь охлаждением. Эти усатые извращенцы утащили ее куда-нибудь в технические помещения. Уже спешу. Красиво здесь было, пока всех не убили. Крайне прискорбное зрелище.
Это что-то новенькое. Здесь потребуется проявить пространственное мышление. Не потребуется, а придется. Поражают меня эти ваши замки. Сохранение данных. Крас, скажи, почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадежнее? Например, кодом. Подозреваю потому, что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код. Угу. А так через них может пройти тот, кто осилил головоломку. То есть вообще любой. Крас.
Че ты вылупился? Майор, вы попали в технические помещения. Ножка моей дрожайшей Клары определенно где-то здесь. Ага, истина где-то рядом. Таких железок мне еще не попадалось. Ближний бой этот робот особенно опасен. Да что ты говоришь? А я-то думаю, почему мне так больно? Thank you.
Крас. Я у Дмитрия Сергеевича не видел на руках никаких браслетов. То есть его альфа-коннектор выглядит как-то иначе? Совершенно верно. Альфа-коннектор уникален. Его форма и местонахождение являются самой важной тайной академика Сеченова. То есть альфа-коннектор должен хорошо охраняться? Этим занимается отряд Аргентум? Нет. Доверять в этом вопросе живым людям было бы слишком рискованно. Охраной коннектора занимаются личные телохранительницы Сеченова. Близняшки балерины? Люблю смотреть, как они двигаются. Такая элегантная походка у них. И нога. Ну и технологии, конечно. Самовосстановление. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, рука, правая. Обнаружен. Местонахождение, этаж Вавилов. Передача затруднена. Данных нет. Что мешает локализации местоположения модуля на этот раз? К сожалению, здесь я не помогу. На этаже Вавилов сигнал заглушен. Помехой может служить либо экранированная зона, либо находящийся рядом большой длинный аппарат! Большой длинный аппарат настораживает. Да уж, тут действительно есть очень большой объект. И много, сука, маленьких. Что тут делать?